Очень хорошо подходит как начинка для эклеров, профитролей. Можно прослаивать торты, можно даже и выравнивать. Привет, друзья! Сегодня у меня для вас простой рецепт замечательного творожного крема. Я беру 200 граммов творога, добавляю половину чайной ложки ванильной пасты или ванильного сахара, примерно половину сахарной пудры от общего количества, это 20 граммов, и превращаю творог в однородную массу любым удобным способом. Измельчаю блендером, пропускаю через мясорубку, протираю через сито, как угодно. Разница только, когда добавлять пудру. Из холодильника достаете жирные сливки и взбиваете их до пышного состояния. Сначала на малых оборотах, потом постепенно увеличиваете. На канале есть видео, как правильно взбивать сливки и как вообще с ними нужно обращаться. Ссылочку оставлю в описании. Добавляю оставшуюся пудру. Перед добавлением обязательно ее просеивайте. Вот до такого состояния. И аккуратно добавляю творог. Обороты миксера ставлю на минимальные и промешиваю. Когда размешала, включаю максимальные обороты и буквально 15 секунд взбиваю на максимальных. Классические пропорции этого крема в равных количествах творог и сливки и 10% сахарной пудры от общего веса. Но эти пропорции вы можете менять по своему усмотрению и будете получать более густой или более нежный крем, в зависимости от того, что вам нужно. И на этом крем готов. Посмотрите, какой красивый, нежный, воздушный. Очень хорошо подходит как начинка для эклеров, профитролей. Можно прослаивать торты, можно даже и выравнивать. Только для этого нужно брать жирный творог и соотношение изменить в пользу творога. Если он нужен для прослойки, то можно использовать сразу. Если же для декора, то лучше поставить на час в холодильник. Друзья, на нашем канале множество рецептов на любой вкус. От повседневных до праздничных блюд. Если вы хотите найти какой-то определенный рецепт, вбейте в строку поиска «Ирина Кукинг» название конкретного блюда и нажмите Enter. Я переложила его в кондитерский мешок и покажу его. И вот посмотрите, несмотря на то, что такие пропорции используются, когда крем делается для наполнения заварных пирожных, он все равно держит форму достаточно хорошо. Вот такой, очень простой в приготовлении, но несмотря на это, нежный, вкусный творожный крем у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита. Благодарю вас за просмотр. И если рецепт понравился, ставьте лайки, комментируйте, делитесь им в социальных сетях. Если что-то не получается, спрашивайте, я непременно отвечу. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки!